Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и мне Эл решил подогнать охеренный посох стаката. Выбивается с РБ, предложили отдать мой посох, вот этот. Я там выменял на перчатки или на че, на мантию величия вроде бы. Да, на мантию величия. И вот за три месяца в клане, походу я добился какого-то признания. Хоть я там не какой-то топ, 112 место. Ну, вы сами понимаете, 112 место там. Как бы есть люди и ниже меня. Но как бы я раньше их в клане, в альянсе, то мне отдают этот посох. Я хочу просто апнуть этот посох и посмотреть, насколько он будет круче. Походу он пришел. Посох. А, вот он. Вот он. Вот он. Так мне Кайл пишет вроде бы. Спасибо! Посмотрим. Скажете, ну, мелочи, но все равно. Смотрим по урону, он уступает. По точности, но он не точный. И сразу плюс 4 точности плюса. Если сейчас его вточу, зашел бы он на 7 бы. Бы зашел. Плюс 3 интеллекта, но минус 3 крит-атаки доп. Урона. Восстановление МП, период, плюс 8, очень круто, очень. Эффект пробития. Вот это мне интересно, насколько я стану лучше фармить. Ну, конечно, если бы ЛС можно было вытащить и переставить, то что... Ну, я долго вот этот ЛС ролил, то что мне такая дичь просто попадалась. Так, где-то у меня тут блесочка была. Так, это ж привязка, да, это привязочка. Брать. Ну, а надо же ее разблокировать. Так, ну что, подшаманим мне, давайте подшаманим. Давай плюс 6. Уф, только привязанный, во, блесы. Начнем. Первый Bless LS. Два штучки. Так, давайте подшаманим так. Опа! Урон водой. Ну, блин, ну, без крит-атаки, но увеличение урона от оружия плюс 25. Напишите, нормально или, блин, еще ролить? У меня просто есть. Вот он до 31 числа и... Тут вроде тоже с пропуска. Еще 5 штучек. Но я не уверен, что я словлю что-то хорошее. Посох плюс 7. Сразу его заблочим. Смотрим. Плюс 4 точности. Эффект пробития. Ну а так по ЛС минус 3% крит атаки. Ну и плюс 10%. Ну я получил ЛСик. Эффект пробития. Ну мне интересно, насколько я лучше стану фармить. Плюс 3 интеллекта. Это должна прибавиться точность. Какой у меня точности? 121. Так, экипируем. 126. Нормально? Или нет? Плюс 5 точности. Нормально? Я думаю, это охуенно. Короче, спасибо Каэлу за то, что, ну, за 3 месяца можно было мне дать какой-то посох. Просто бомбочка. Ребятушки. Так, и чё? А чё у него? А, это интеллект ещё даёт плюс атаку, получается. Ещё плюс одна атака. И сопротивление умением плюс. Крит-атака 81. Так. Подождите. 71. 81, правильно? Ну, ну, я теряю-то вообще фигню-то. 2% крит-атаки и доп. Урон крит-атаки. Ну, получаю точность. Я теперь начну попадать по монстрам. Если я не попадаю по монстрам, смысл мне с той крит-атаки, правильно? Так, ну вот. Ну, меня бустанули, я рад. Спасибо огромное Каэлу. Благодарочка от всей души. Вот даже Ван Халиша скажет спасибо. Так, мне нужно потестить теперь, правильно? Сейчас пойдем потестим.
А потестим мы ее в замке, потому что кроме замка, я не знаю, по опыту будем определять. Ну, примерно. Вот фиг его знает. Тут я не стоял, я там помню, я во всех местах стоял. Тут вроде нормальное количество мобов. Так, я смотрю, короче, что где-то на 0.05-0.06 прирост примерно. Но я вспоминаю, что я не заюзал баночку на 10%. Посох стакаты теперь мне дает МП тик, восстановление МП. И, возможно, мне не хватало именно этих 8 МП тика, чтобы у меня не уходило МП. Сейчас мы это проверим. Плюс баночку юзанем. Так, смотрим. 4.30. Итого 0.8. Прирост где-то в 0.7. Ну, неплохо. 0.7. Ну, я думаю, это неплохо. Если посчитать, вот целый уровень взять, 0.7 прирост, это где-то 7% с уровня, да? Примерно. Плюс адены больше я начну фармить. Ну, посмотрим, надо тестить. Так, и с магией восстановления хотел протестить. Блин, он куда-то тут убежал, не туда, блин. Место тут дерьмо. Так, с магией восстановления, ну пофиг. Тестим с магией восстановления. 4 минутки. Так, ну смотрим, 4 минуты. Чё-то я большого прироста не вижу. Ну, ПМП вроде уходит, но очень медленно, за 5 минут. Ну, хай 200 МП сожгло. Но если на час так оставлять, а потом просто зарегенивать МП, можно пробовать. Но расход руды духов. Но расход руды духов, конечно, увеличивается. Как оно будет? КПД, это надо все тестить. Так, ладно, с вами был Розе. Всем до новых встреч.